Всем доброго времени суток! Сегодня начинаю свое видео с показа своих растений, а больше в степени это будет видео-болталка, друзья, потому что я вообще не знаю, что происходит. Происходит что-то странное. На календаре декабрь, а цветы просыхают. Я не знаю, с какой скоростью они просыхают, но это ненормально, друзья. Я в шоке немножко, да? Вот я хочу вам показать. Так, я немножко приболела, поэтому рассчитываю на ваше понимание, когда я буду хрипеть или кашлять. Так, смотрите, вот я сегодня, несмотря на то, что сегодня 26 декабря, Рождество, да, католическая, и я осуществила полив. Как вы можете видеть, основных цветов, кроме зала. В зале я уже не стала их трогать, потому что там в большей степени суккуленты и растения, которые сильные, я так считаю. Я не хочу их заливать, я боюсь. Потому что, посмотрите, я полив производила 21-го, сегодня 26-е, 5 дней назад. И земля, она была не то что сухая, она была прям насквозь сухая, она твердая, как камень. Я извиняюсь. Поэтому, знаете, я, несмотря на то, что я их поливала 5 дней назад, я сегодня опять их поливала. Я в шоке. Если у вас то же самое происходит, вот эта аномалия, то дайте мне знать. Потому что зимой обычно растения я свои поливаю раз в 7 дней, а то и в 10 дней. А сегодня это я уже снулась. У меня здесь до сих пор лежит молочай трехгранный. Я его нарезала, я начеренковала. Можете видеть, он вот так вот затянулся. Сок весь впитался, когда сок подсох, точнее, то он становится прозрачным, его не видно. И вот так вот он затянулся. Он лежит уже где-то у меня сколько? Ой, укололась. Третий или четвертый день он у меня лежит. И понятно, я сегодня сажать его не буду, потому что Рождество. Мне хватило того, что я и полила сегодня, да, растение. Наверное, я завтра начну его сажать, друзья. Также я хочу завтра начать пересадку. Хотела до весны подождать, но не буду, как я вам говорила, потому что хочу посмотреть корневую и вообще сделать более презентабельный вид у своих вот этих листочков эсхинантус, Мона Лиза. Поэтому завтра я их тоже пересажу. Азалия укореняется, можете видеть, я надеюсь, вам видно, что там вода до сих пор вот на дне, можете видеть, да? Она налита, влага есть, они укореняются. Листики никакие не подсушила, не пожелтела там ничего, все нормально. Так, а вот новый мой папоротник, тоже, я считаю, чувствует себя хорошо. Я вот здесь несколько веточек вот таких сухих поубирала, купленных, да. Я его поливаю очень активно, земля все время влажная, грунту я не даю просыхать ни на сколько, болото не делаю, но и, видите, он прям сырой. Вчера его тоже поливала, кстати. Вот. Потом, что хочу еще показать вам. Никто мне не написал насчет моего сингониума, почему с ним вот это вот происходило, почему он вот целую такую вот, целый черенок засушил, можете видеть, вот он там. А листья попортил, я их все пообрезала, потому что вот такие они все были. Вот этот сейчас вот затормозил, вот эту вот дрянь я не убираю, боюсь, чтобы ему еще больше не навредить. Он вот так стоит, и как я вот его поставила под лампу, то он, мне кажется, стал лучше себя чувствовать. Но новых листиков он пока не дает. Смотрите, вот эти листики, они какие красивые все, да, красивые. Вот этот только портит картинку. Но я не убираю, как я вам еще раз говорю. Так, что еще у меня здесь? Ледебурия социальная, вот. Тоже в себя приходит наконец-то. А у нее период адаптации был. И сейчас, мне кажется, она выглядит уже листочки более-менее такие стабильненькие у нее.
Эпипремну мне онлайн. Тоже как бы себя нормально чувствует здесь под лампой. И видите, я его поставила сюда в банку. Очень быстро просыхает. Очень быстро просыхает грунт. Я не знаю, с чем это связано. У нас зима, как и у всех, да. Большинство людей прохладная температура за окном. Но он просыхает, я не знаю, 2-3 дня он сухой. Это, знаете, я понимаю, маленький горшок, да. Ну, не зимой же. Короче говоря, вот так его поливаю сейчас, прям погружаю туда, он пьет, сколько ему надо. И с такими темпами, знаете, здесь можно днем и ночью ходить с лейкой. Первый раз у меня такое. Алаказия Азлани тоже что-то чудит. Поставила вот ее повыше. Здесь у меня укореняется шлюмбергера. Поскидывала. Вот видите, выкинуть жалко. Вроде бы мелочевка, но жалко выкинуть. Жду корешки, потом засуну куда-нибудь. Азланию поставила вот так на баночку, чтобы листья не соприкасались с этой жиркой. Так, голос, конечно, у меня, наверное, капец какой, да? Но я рассчитываю на ваше понимание, друзья, потому что видео для вас снимаю, чтобы было вам что смотреть вечерами или вообще. Так, покажу, смотрите. Два листика я уже срезала, вот этот, и то есть еще какой-то, вот этот, вот. Вообще знаю, что это нормально, когда выдает один новый лист или не один, и обязательно какой-нибудь у нее должен завять, да, засушить. Но не два же сразу. Короче, видон ее мне пока что не нравится. Она, видите, полита, все нормально, не залита, все как бы горшочек не сухой, не легенький. Вот такой лист выкидывать, не знаю, когда раскрутит только, да. У меня нет терпения ждать, я бы сама его раскрутила, конечно. Вот такие листики. Мечтала заниматься алаказиями, да, как ее увидела, прям влюбилась в нее, друзья. Но, блин, как она себя проявляет и показывает, что-то у меня постепенно-постепенно желание заводить алаказию еще одну или вторую, третью сходит на нет. Я не знаю, как будет дальше. Хотела себе шкуру дракона купить еще, да? Ой-ой, сейчас все здесь разгрохаю. Хотела купить шкуру дракона еще. И вот, знаете, теперь под большими сомнениями, а стоит ли вообще мне ее брать? Так, вот так поставлю, потом поправлю. Потому что, мне кажется, это такая нервотрепка с ними. Может быть, этот сорт такой тяжелый? Но я уже боюсь, просто не хочется мне просто так финансы тратить и расстраиваться, и растения мучить, да? А вот прекрасная фикус пумила, варигатная, прекрасно растет, развивается, идет в рост, варигатность шикарная у нее. Птичку поставила, земля мокрая, все хорошо. Не болото, конечно, ни в коем случае. Так. Эти растут, уже подумывала, может, их отправить во флорариум. Если куплю себе растения какие-то и будет места не хватать, то вот эти два переедут во флорариум жить. Так, вот здесь тоже растет все хорошо. Валерка орет там уже, как балуется, как всегда. Бегония цветет уже очень долго, можете смотреть, а точнее видеть, как долго цветет бегония. Также цветет красиво вот такая фиалочка. Валерка орет, он хочет конфеты брать. Он уже съел очень много конфет шоколадных. Ему нельзя много конфет. Вообще сладкого, у него аллергия. Поэтому вот орет, надрывается и думает, что ему еще дадут. Так, сейчас покажу еще вам. Вот так вот. Пеперомия. Тоже завтра буду поливать суккуленты свои. И пеперомию я сейчас поливаю. Прям вот этот кашпо вынимаю. И очень-очень хороший прям пролив делаю полностью, чтобы прям земля насквозь сырая была. Горшок тяжеленный, прям теплой водой. И я вижу, что ей это нравится. Вот это тоже сегодня поливала. Суккуленты завтра буду поливать все в аквариуме, во флорариуме. Вот это вот так и стоит. Не хочет она бутоны открывать мне, друзья. А вот орхидея. Уже стоит сколько у меня? Вторую неделю. Я доливаю вот сюда вот в пробирочку водичку. Видите, налила. Ну-ка.
Пахнет она еще прекрасно. И вот она еще, в принципе, в таком цивильном, я бы сказала, состоянии, да? Хороший вид у нее. Вот так, друзья. Вот такое видео сегодня. Вообще меня удивляет, почему растения так быстро просыхают. У нас нет батарей. Батарей на подоконниках нет совершенно. Поливаю вот через 5 дней, получается, сейчас зима, да? У кого так же происходит, напишите мне в комментарии, чтобы я знала, что это как в порядке вещей, да? Потому что, ну, для меня это очень странно, что зимой так быстро просыхает грунт. Такого у меня не было никогда. Никогда. Желаю всем всего хорошего. Вам и вашим близким. Всех с наступающим Новым годом. Всех с Рождеством, с католическим, кто отмечает. Всем удачи и пока!